Друзья, всем добрый день. Это цветет нимфея Little Sioux. Нимфея для мини-прудов, для пластиковых различных прудовых форм, для выращивания в вазонах. Вот это подходит, вот данный сорт. Очень красивый. Самое главное, он обильно цветущий. Цветочки мелкие. Вот, видите, где-то приблизительно около 5 сантиметров в диаметре. Вот просто чудо такое мелкое. Но радует то, что он обильно цветет. Обильно. Очень обильно. Поэтому, друзья, всем, кому нравятся мелкие цветочки, кто просто даже вынужден выращивать только мелкие, нет больших прудов, но есть желание иметь водные цветы, и достаточно поставить вазон возле входа в дом. Это будет очень красиво и оригинально. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Те, кто решил приобрести данную кувшиночку, то можно перейти в описании к этому видео в наш интернет-магазин и оформить заявочку. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.